Я тут не первый раз вайпы вижу, блядь, на этом говне, блядь. И как? Тебе... Ну, весело, блядь, хули. Так а как тебе это скинуть? Хуй знает. Похуй, пошлите. Сука, блядь. Все равно говно падает. Сапоги. Ну, смеси, можешь его как-то это... Вот, все. А, вот. Все, и башим дальше. О, смотри, ты пехотинец. Я отдыхаю. Сидитесь в короля ебаного. Подожди, что нельзя. Говорите с вождем, Игу. Садитесь, бля, сильно садитесь, бля. Да, зачем? Я больше сделаю не вожди. Ну, дайте кто-нибудь кто вожди. Шарит. Может, эту пешку отодвинуть перед демоном? Угу. Ай, сам отодвин. Закономерно. Дальше, эту пешку вот эту, которая перечеркнута книжником. Еще дальше. Двигайте, ебаный рот. По максимуму двигайте ее вперед. А, рядом со мной становись. Сейчас мы этих пидоров зажмем нахуй. Сейчас им пизда, смотри, блядь. Давай. Угу. Вот, бля, я хуй его знает. Берите вот этого рубаку, который за вождем. Что тебе? Спасибо, я понял. Возвращайся с победой. Вождь, не иди вперед, только. Не делай шаг вперед. Я тут остану. Я дамажить не могу, просто не пролетит. Это. Мол, как ты это возьмет? Дай мне место. Сейчас пешки. Дай место. Не достаю. Все, рейс на подвинешь. Вперед пойти. Это заклинание еще не готово. Итак, развязка близится. Отбоял, ты их знаешь? Двигайте. Там мечает. Умирает, чей-то. Вообще похуй, ну подхильте хули. Кого подхили? Волка, блядь, в тылу нахуй. У хилки КД 20 сек. Да. Я один раз хильнул. Там хилка, как бы она особо и не хилит никого. А чё-чё? Надо подождать, посмотрим. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Пешка наискосок не хуярит, да? Вождя вы видите. Вождь горит. У вас горит шептала. У вас горит пукан. 6% хили тут по волку. Лучше ничего. Очевидно. Зато живой до сих пор. Ч
чё ж этот бой, босс такой нудный? Сейчас больше ему дамага нанесли. Ну конечно. У демонов бы еще под него поставить двоих, блять. Что тебе нужно? Вообще разъебаться, блядь. Бля. Дорогу надо открыть для демонов. Ну все, открывайте, блять. Сейчас. Ну один. Тихотенца надо вот на лову ебать. Вот, вот тут, сейчас я волка поверну на него, нахуй разъебем. Пизда ему, нахуй. Смотри, ему жопу откусываю. Да не того. Какого? Так. Да похуй, вон, хуярь, в дырку проходи. То, что справа от тебя. На. Вот его надо. Там же клетки только вокруг него и все. А давай того и того разъебем. О, ебать. Блять, огонь, пизда. Можете демон горит. Я подхилю чуть-чуть. Сейчас я повернусь на того пидора. Ну, кудесник там встал. Ну, пусть горит нахуй. Он демон, его похуй. Ну, демон один минус. Демон сдох нахуй. Там хилку сливай пока, да. Я вон волков хилил. О, пидорас подошел, блядь. Здорово. В огонь. Честно, ему огонь сносит. Да. Ебать. Демона подведи. Соседняя клетка. Да, да. Там пока волк не пропадет, не могу. А все. Пизда ему. Блин, спешка. Я еще успел подхилить. Волка, волка сюда ставь, где пешка сдохла. Вон там волк. Тебя исчезнет, ставь. Чтобы этот пидор не подошел. Ну, заебись. Все, пиздаем. Заебашим. Ой, мы так пизда. Тупо заебашить на сортировке. Ебать, сложный космос. Пиздец вообще, блядь. Сапоги. Моё. Кто-то до сих пор спасай. А нормальный игрок подъедет? Я так понимаю, я соберу целую коллекцию одноручных мечей на танк. Самый модный котик, блин, на районе. Бафы киньте. Лапку там, каску. Пойдем, нихуя эти. А пресы такую же, да, какие-нибудь вызывают, как мы сейчас бьем? Угу. Да? Да. Какие они, блин, жирные? Мы тоже жирные. Тоже человек сидит, нервирует. Тихо всем.
там пассив. Моба этого, когда поднимемся, сразу идем к две молчаза. Чтобы вот этого второго не спалить. Блядь. Я знаю это место. Мы тут познали боль. В темную его устроим, нахуй. Мы тут познали прожарку. Давайте по бутербродикам, блядь. Будет с нами свет и фортуна. Не отчаивайся. Не отчаивайся, это позитив. Будет и в нашей шахте праздник. Вот эти тапки хочу, пацаны. Надеюсь, бери. Никому надо, на Мишку надо. Очень-очень надо. Очень надо. Все сапоги этого мира. Я ебу просто, нахуй, я фапаю на них. А вот амайба. Последняя, кстати. Финальная. У нас нет права на ошибку. Ну, у кого-то, может, и есть еще. Паузер. Там кенниш. Кому там надо сапоги бить? Ну, войду. Мне не жалко. Просто так, бомба. Тут смотрите, что. Можно будет не отбегать, если на миликов кидается это. Дебаф. Просто яйцо кидаешь, щит. И он это... Не умрет. Главное перед лицом ставь, чтобы не откинуло, конечно. Тут даже в одного хила можно. Нужно даже. А кто так будет? Так что можно. Да, за спекать. Не-не-не, 15, оставайся. Ты будешь. Тут же щит нужен. На меликов. Как думаете, за сколько времени мы его сегодня угробим? Ну, с первого утра. В одного утра. Первого утра. Отца. Ой, мой, мой. Все. А лапку киньте. А лапку киньте. А чё, за фига сиди убили? У меня это залупа брокает Знакса, так что пускай он закинет. Тут вот. Щит нужно кидать, понимаешь? На меликов, чтобы они не отбегали. Смотрите, как работает. И он иногда будет дебаф кидать, который, из которого у вас один хп будет. Чтобы не умереть, вам нужно отбегать от босса, либо в босс ходить. Ну, но не... можно эту хуйню обузить. Просто щит кидает прист, и все. И похуй. Не умирает от этой хуйни вообще. Ну чё вы там? Кто спекаться с ней будет? Поэтому и остается этот. Типа мы так быстрее убьем. Ебать, в гильдии онлайн. Лапку киньте, лапку, блять. Есть лапки у тебя нет. Лапка. Теперь есть. Это была у тебя лапка. Три человека минут. Онлайн, и все три человека шаманы. Что там, пуля, нет? Ну все, когда пойдет это. По местам. Ну и что? Харя сейчас лопнет. Ну что? Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Какая экзекута у нас есть? У кого экзекут фаза? Не есть. Да ком. Ну ладно, тогда придется тогда оставить. Хотя да, по-любому придется. Борс ты поебал. Пауза. На пауза. И щит. Идза. Идза. Работает. Не помню, кто мне сказал. Кажись, Кира. Не, Кира ушел тогда уже. Чуть-чуть двинется.
Сидора, кажется. Виви, который. На паузу надо. Перед лицом становитесь, когда он кастует. Вас не откинет. Пауза. Да, это как. Я уже подумал, ты откинулся. Было бы печально. Перед лицом становитесь, когда кастит. И он вас не откинет. Это не сглазь. Все будет хорошо. Пауза, да, ДК. Когда я раздаем? На 30. Он там быстрее начинает стрелять этими интерналами. Мелики двигайте. Туда вон, да. ДСшник умирает. Уже нет. За ДК. Осторожно. Личный голем улетел чисто в Долоран. Паузер, да. Хорошо, идем, мне кажется. Нет. Вот такая, да. Ой, сейчас. 30. Был. Мага набрал столько, что, блять, хоть тебя кто догонит. Ты уже дамаж больше.
двигайтесь оттуда. Все, не, нормально. Нормально, там стойте. Реально сильно. Угу. Мы даже получили победить Барбоса, не допустив ни одной смерти. Понял? О, кольцо это падало уже. А голова-то где? Хороший топор. Да, ханты их на БК одевали. И носили до хуя времени. Лабрис? Ну да. Опера осталась. Пошлите на оперу. Ой, вот и помер Адидас. О, кольцо. А? Кольцо у меня. Хорошо. А, а чё, кому надо? Нет, так. Я могу. Да, тыпаемся. На низ, да, тыпаемся. Ага, на первый этаж. А зачем на первый этаж тапаетесь? Оперный зал. А, точно. Ну не то, что оно прям не надо, как бы, но я могу себе уже взять, как бы, колечко это, за репу. Ну, смотри сам. Лома, она там, на... оно на 2 единицы лучше. Вот это. Пиздец. По количеству стат. Ну это сильно. Да я хуй его знаю. Опера. На нем хосты нет. На оперу минут 5. Недолго, я думаю. Тут трэш больше мы будем чистить. Пойду просто. Но оно хуже. Явно хуже. Божья коробка, дашь мне третий, я тебе отдам колечко. Или кто там следующий паровый был? А у меня нет этого, кольцо, кстати. Вы о чем? Кольцо бессмертного, а, оно называется. Вот нашел. Кольцо бессмертного. 65. Я 65 выиграл, и у него 65 было. Ага. Ну давай, как обычно, через глаз. Да все, подожди, давай на кольцо. Хотя у нас есть приз, можем просто зашахлить второй, да и все. Приз, ты ожил? Вот этого бьем, а второго шахлим. Не это, не ходите. А как шлем создавать? Правый нажмешь, да и все. И потом выбрать типа класс, да? Надо будет. А класс там не надо брать. Просто это. Спек надо выбрать. Да. Ну я это не могу. В смысле, ты кольцо разбил? Боже, коробка, ты что? А я думал, ты мне рухнешь. Отдал тебе кинжал, ты его распилил. Отдал тебе кольцо, ты его распилил. Это я его и называю чернокнижником. По-моему, он это делает специально. А там еще бонус сокета жирный. Но у меня кольца неплохие. У меня одно с островом. Сокетом. А второе с этого, с уголовной десятки. Да, я себе уже почти на все сделал кольцо. Я себе просто на ДД сделал и не стал даже на хило делать, нихуя. Достань. Мне хватило. Ледышки. Так же сделаем здесь. Дождите, здесь патрульная справа. Он пометил. Вытащим. Оба. Да, давай, Агай. Блять. Второго зашакли просто.
сейчас встанет, рини нету. Второго моба. Зафиайте. Пал. Любой. Я тут один. Любой, блядь. Поэтому любой. Жду в душе паладин. Поэтому любой. Хотел спросить. Блядь. Я мобов сагрил случайно. Ничего страшного. Наверное. Хотел спросить, вот там третий рейд уголовно убивает? Да. Да. Ладно. Убивают. Хорошо. Я... На этом ПД убили. Я вот помню, на прошлой неделе шамана с ником Сатик Шторм. Это который выходил. Это который любил все боссы. Это чувак, который поймал, блин, от Торима все молнии. Гиберспорт. Че ты не понимаешь? Он хочет быть заряжен. А че это сгоня? Слушка какие-то, бля, откуда? Знаешь, что я там... Это я случайно. Блин, там первый пункт, конечно. Кричу, ДК, твою дивизию, забери, в чат кричу. Там не могу, я встану, стою. Смотри. Сука, танчить вам надо, сука. Знаем мы это неблагодарное дело, блядь. Толковать? Угу. И хилить. Ну да. О, да. Сидишь такой седой, смотришь, бля, пожалуйста, 4. Их вообще нахуй на руках надо носить этих людей, кто танчит и хилит, блядь. Если танчил, то им. И нерв. Нет, а я его танчил в нерв. Как и все. Не, приняв, когда он тогда еще не убиваем был. Ну да. Опять стан. ДК бумага чисто был. Ну там просто дефы отдавать и все. А ну еще. Носить бумстак и все, там пока дает дефы. Второй танк ДК был, это чисто, чтобы дебаф свалить. И все потом свечились. Ну, вот что помню, кстати, я кто-то застал, когда в Наксе били слои. И всех раскидывало по разным слоям. В рейде. Такого вот. Не знаю. У меня, короче, мы дошли до всадников. Это последний был босс прям перед ластами. Доспехи. И, короче, нас раскинуло на 5 разных слоев. Блять, тусагал. Не. Ебать, там мобы по ляму, блять. Есть. Не а, все, не это там. Я притворился там. Там два мертвых. Поднимите, бежать. Сейчас я креста могу, или не могу. Могу. Оп, профессионально. Оп. О, в жопу поставил, он сразу встал. Там, а я один до наверх забежал. Собаку убили. За что? Поднимайся, буренка. Сразу видно, кто сагал. А ДКшенька, как достанем из жопы мира? Спасибо. Ай, короче, я ну, просто чисто по принципу должен эту фигню линкануть. Давай. Ой. Посильте каски, господа. С города. Когда, кстати, выйдут, кто-нибудь знает? А? Че выйдут? Когда выйдут следующие подземелья? Осенью? Или в августе, когда там в конце августа? Не, я имею в виду РЛК продолжение. Да я не думаю, что они будут давать РЛК, чтобы закрыть полностью. А, точно. РЛК выйдет еще не скоро. Сути, чё, давай, Агай. Кузня, я бы замкнул это такое. Как думаете, они уведут этот Стратхольм? Нет. На поле, на поле, на поле.
Много бобов взял. Лерой Брэнза. Это было красиво. Блять, нам остальные на мне. Там осторожно будет, скоро столбы. Где столбы? Стол, я много бьет. На нахуй, 14 тысяч топор, блять, в глаз. В столбе стоят мобы. Кстати, мне часа не интересно, что Селен так быстро подыхает? И вот что ли все мобы маг. Нет? Маг. Маг это самый слабый по защите класс. У тебя же есть глыб. Ага. Ну, такой все, когда прилетает. Мне все равно лишь ему топор на 17 тысяч. Там... 15. Ну, еще там молодежки. Маги это самый, в принципе, не живучий класс. КП самый мало у них. Они самого мало, блядь. Наравне с этими с луками. Но у луков хотя бы хп больше. И там защита еще есть. Ну, резист. Так, у магов есть усиление, а ослабление магии в полезная штука. Ага. Только да, и хила меньше. Маг мы поднимать не будем. Да поднимаешь. Да. Сашка, блин. По. Смотри, просто способ разъем был. Туча ловим. Мы должны убить. Обафните меня, пожалуйста. Как на тебе уже есть каска. Стамина нет. Лапка есть. Ну, это не ко мне. Прикольно. Вы даже не дали попить это. А у нас не понимаю, да? Да тут есть время попить. Тут да, может быть. Рэба нет. И что же нам прохнет? А, надо рыбу. А у меня ее нет. Кончилось. А рыбки-то нет, реально. Есть рыба. Вот. А, есть? Конечно. Лич. У нас здесь настолько плохая. Запасная. Хорош. Да, штанишки тканевые падают. Что там на ведьме делать? Ну-ка, рассказывайте. Что, а что у нас упало? Оз, да? Ой. Просто по очереди убивать мобов. Последняя ведьма появится в конце. Ее это... надо выделить. Имба на чучело. Ща, появится. Вон рыба стоит. Не заметим. Там из-за луча. Просто разъебываем, да? А только у тебя нет виду. Чё за хуйня? Зависла, что ли, ебать? Нет, ща, а где выставление? Опа, ля какие станет. Шо это? Да это чучу. Че, балбес объем? Хохотуна. Хохотун, потом этот, медноголовый балбес. Потом, потом без разницы. Че бьем? Кого бьем? Ну чейп. Хохотун. Я в страхе. Блять, все куда-то бегают. Трепет. Тотем трепет опасно. Тотем трепет. На фиолетовую метку импа. Чё, песенка заела. Так, а тут это лег, типа, да? Да. Типа, да. Ну, типа, да. Я бесстрашный. Подобие на львам. Ну, конечно, я них немало. Надо
дальше пинаем голема. Любого. Кого бьете? Не, голема последним. Балбеса последним. Медноголовый. Балбеса последним, да? Да. Вот этого давайте. С ведром на ложке, который... Их не поводим. Последний Дороти надо. По дороге желтого кирпича. А Тита это... А, это она типа... Это вызвала, да? Бычка. Бля, кстати, видел, как этот Инс выглядит в этом... В Белках, в Легионе. Он же реально Инс там. Ну да. Не Рэд, а именно Инст. Угу. Как же его проклинал. А! Когда уключики закрывались. Кого следующий? Балбес. Дальше балбес. А Тита не будем забывать забивать? Да, он исчезнет. После Дороти он исчезнет. Это тошка, нахуй. Тита, я так понял, это отсылка к Тита Брасу? Нет, это тотошка. У нее же пёс или кот был? Ну, у нее да, у нее тотошка. Ну вот это и есть. Они назвали его Тита, это типа, я же говорю, отсылка к порно-режиссеру Тита Брасу? Это уже, блять, я хуй знаю. Кто-то уже спрашивал у Розама. А я он наткнулся на видео типа пасхалки в этом Веллингтон лесу. Там, оказывается, есть пасхалка, дети бегают, короче, пятером, забегают там в дом возле озера. И рисуют пентаграмму и вызывают демона. Существовал. В определенное время, типа, понял, они, короче, это делают. Страшная пасхалка. Там на самом деле дохрена таких там историй типа НПСов рассказывали. Видео там что-то 10 или 12 минут. А что еще? Потом еще и ведьма какая-то будет, да? Да, появится потом ведьма. От смерча надо будет убегать. Ну а как без ведьмы, которая хочет вернуть туфельки своей мертвой сестры? А я не слышал, что он говорит. Чего? Я не слушал, что говорил это. Говорю, а как без ведьмы, которая хочет вернуть туфельки своей сестры? Да я не про тебя, я не без ведьмы. Как его, камердинер, да, по-моему, называют? От смерчи все. Ведьма тварь. Это суммарно, то есть мне 12 лямов где-то. Косты избиваете. Ну какая она? Столько же. Бля, она ебанулась, бля. Ну вот так будет. Ну, у меня уже нечем сбивать. Уже даже... Мы уже 15 лямов нанесли. Мерч. Пизда. Он что, не шотает, надеюсь? Да нет, просто бесит. Просто бесит. Вот весело было бы, если бы он шотал. Да, очень. Он шотает в хэме. Пиздец. Интересно, как-то они это объясняют с точки логики. Ну, раздеваешься, наверное, падаешь. Не-не-не, это в этом вихре сконцентрирована истинная стихия ветра. И она режет нас на кусочки по 3 миллиметра каждый. Доволен? Разрывай жопу. Типа там... Начинай смотреть Наруто. А почему нет? Наруто — это жизнь. Да, Аватар, Ан, все дела, не?
Так аватар это не аниме. Аниме. Не. Блять, нихуя себе не аниме. Понимаю. Здравствуйте. И это по-любому аниме. Нет, это не аниме. Это да. Аниме так. Опа, штаны хорошие. Сапожки. О, Что то хуйня, что это хуйня? Ну что, сапожки с телепортом? А можно тоже это мини-ткань? Все, тут уже все? Нет? Да, теперь не можно. Это мультфильм. А, типа, это аниме. Ну блин, ну хотите еще облить бедную ведьму водой? Бать хуйня, ох нет. Спокойной ночи, бля, парни. Доброй ночи. Это заполняйте на следующую неделю сейчас. Ну или там завтра, когда завтра. Будет время. Сегодня. Спокойно. Доброй ночи тогда, господа. Спасибо за... Блядь, штаны выиграл. Румен ебучий. Можно портал, пожалуйста? Эти штаны, блядь, чуть лучше, чуть хуже, чем у своей Фрейхэм.